Ты заманила нас сюда. Натравила нас на нерубов. Для того, чтобы напитать силу черной крови. Мою силу. Предвестница нанесла удар по Эгиде. Значит, это ее первый ход. Что же она задумала? Пусть отправляемся в тайносводье. Завершим охоту. Наземные войска, вперед! Корабли, открыть огонь! Чтобы за минуту каждая баллиста совершила по выстрелу! Нам нужно к Алерии! Скорее! Алерия! Кадгар? Этот бой... он не главный. Черная кровь. Она повсюду. Турелион, я... мне надо идти. Что? Победа совсем близко. Мы попались на уловку к Салатат. Но я знаю, где она. И я ее остановлю. Я иду с тобой. Знала, что так скажешь. Но тебе нужно быть здесь. Доверься мне. Мы будем с ней. Главное, вернись. Я всегда возвращаюсь. Не знаешь, где поиграть? WoW Cirrus — проект с кастомными расами и уникальными стартовыми зонами. Онлайн более 20 тысяч человек. Burning Crusade контент, переписанный под 80 уровень. Уникальные поля боя и арены, система категорий и батл пасса. Бой с Джайной после сражения с Королем Личом и многое другое. Переходи по ссылке в описании. Какая гнетущая тьма. За огнями корабля почти ничего не видно. Мой огонь горит в сердце. Он не боится тьмы. Ксалатат здесь. Я это чувствую. Надо спешить. Но сначала надо придумать, как осветить путь. Давай, Борис. Дай волю эмоциям. Каждая попытка сопротивления напитывает воздух силой. Силой для меня. Мы защитим тебя, Ферин. Занимайся огнем. Вот. Думаю, мы сможем. Мне надо отдохнуть. Во внутреннем дворе Приората есть колодец света. Его наверняка осквернили. Отчаянный огонек в беззвездной ночи. Даже сам свет искрится от твоего гнева. Мой путь освещает не гнев, а надежда. Рассвет всегда близок, предвестница. Я освещ... Здесь безопасно! Очисти колодец! Тьма отступила. Скорее... Тьма лишает... Тьма... зовет! Что? Кто это был? Все, что осталось от королевы Неферис. Твой мир умирает. Вдохни поглубже и прими истину. Вы сами приблизили свой конец. Гнусное чудище! Пусть пламя покарает твою душу! Мой народ живет в муках! Что-то не так. Хватит тьмы, боли, довольно
Она сражается не по своей воле. Ксалатат совсем рядом! За мной! Идите! Я задержу врага! Я стану щитом, охраняющим наш путь! Знаешь, Алерия, вы смертные самые опасные создания из всех. Я видела, как вы уничтожаете миры, низвергаете богов. Даже царство мертвых вас не удержало. Ваша жажда разрушения неутолима. Ты заманила нас сюда. Натравила нас на нерубов. Для того, чтобы напитать силу черной крови. Мою силу. Твоим козням конец. Восхитительная самоуверенность. Я не раз восставала из пепла великих павших империй. Я пережила катастрофы, которые ты представить не можешь. Ты меня не убьешь. Я целюсь не в тебя. Нет! Я слышала твой голос. Но как же... Ты... молодец. Я знал, что ты остановишь ее. Держись, Кадгар. Прошу, не уходи. Всегда ищи путь к победе. Сегодня нам улыбнулась удача. Победа за нами, а вместе с ней к нам вернулся дорогой друг. Следы магии Ксалатат еще чувствуются в воздухе. Когда-нибудь она нанесет новый удар. Но пока мы добились небольшой передышки. Рад тебя видеть. Мы защитим Азерот вместе. У нас еще много дел. Тебе не составило бы труда прикончить королеву Нефрос. Но победила милосердие. Словами не выразить мою благодарность. Я сопровожу королеву домой и расскажу товарищам о твоих деяниях. Возвращайся на поверхность. И помни, что в Аскахете у тебя есть союзники. Итак, битва выиграна. Весь Казалгар в неоплатном долгу перед тобой. Когда мы впервые встретили тебя, мы были разделены и разрознены. Но с твоей помощью нам удалось снова стать единым целым. Благодаря тебе мы обрели цель. И теперь сами определяем параметры для нашего существования.
Теперь мы знаем, что традиции можно менять и развивать. А при необходимости и нарушать. Арати больше не прячутся во тьме. Теперь свет всегда с нами, в наших сердцах. Совет стал сильнее, чем когда-либо прежде. Мы обрели новых друзей и союзников. И все это твоя заслуга. Приятно знать, что мы спасли этот народ. И все же, я не могу забыть эхо сияющей песни. Почему она привела нас сюда? Только ради боя с Ксалатат? Или главная битва еще впереди? Я всю жизнь ищу высшее призвание. Но зов песни не сравнить ни с чем. Надеюсь, что мы хотя бы будем готовы на него ответить. Ты снова обрел свет. Вроде того. Точнее, я перестал убегать. Перед смертью отец написал мне письмо. Сказал, я должен беречь мир и покой. Я думал, что должен стать как он, ведь он по-прежнему был нужен миру. И все еще был нужен мне. Но когда я взял его меч, это привело к войне и смертям. Я совершал ошибку за ошибкой. Я думал... Что подвел? Вариан Рин был великим воином. Я уважал его силу. А у тебя, Андуин, есть своя собственная сила, более великая, чем любой меч. Я не мой отец. Он знал, что я не стану им. И написал то письмо, чтобы напомнить мне, кто я. Таково было его последнее наставление и его величайший дар. –